28 мая в сети появилась информация о выпуске первого номера обновленного журнала Forbes Украина. Отмечается, что пока сайт и журнал не функционируют на полную. Однако известно, что в первом номере будет представлен обновленный список украинских миллиардеров. Пока в сеть попало только первых 15 мест и детальная информация о том, что произошло с бизнесменами за 4 года отсутствия журнала. Рейтинг возглавил Ринат Ахметов с капиталом в 2,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает украинская версия журнала Forbes, которая впервые с 2016 года опубликовала данный рейтинг. Совокупное состояние его участков составило 31,4 миллиарда долларов. Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы Interpipe Виктор Пинчук с состоянием в 1 миллиард 400 миллионов долларов. На третьем месте Петр Порошенко с 1 миллиардом 400 миллионов долларов. Пятый президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в 1 миллиард 300 миллионов долларов, а в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же Forbes Украина оценил состояние Порошенко в 750 миллионов долларов. Всего в рейтинге 8 человек с состоянием не ниже 1 миллиарда долларов. Двое занимают одну строчку. Супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов «Эпицентр», замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой состояния в 1 миллиард долларов. Порог отсечения в рейтинге 95 миллионов долларов. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов «Таврия В» Борис Музалев. У 9 бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец – 560 миллионов долларов. Номер 13. В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского F89 Влад Яценко – 300 миллионов долларов. Номер 27. В 250 миллионов долларов было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly. В 2019 году оцененного в 1 миллиард долларов Алексея Шевченко, номер 35, Максима Литвина, номер 36 и Дмитрия Лидера, номер 37. Также в рейтинг вошли экс-партнер Газпрома Дмитрий Фирташ, 370 миллионов долларов, номер 24, глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом Хортица Евгений Черняк, 295 миллионов долларов, номер 30, и Павел Фукс, 155 миллионов долларов, номер 51, чья компания Mock City Group когда-то построила в Москва-Сити сразу два небоскреба – Евразию и Империю.